Всем привет, меня зовут Роберт, мне 22 года, я живу в Америке, в штате Нью-Йорк, и сегодня я хотел бы поделиться с вами тем, чего я добился на инвестировании $100 в неделю на протяжении 8 недель. Давайте перенесемся на мое портфолио в Робинхуде. Это мой Robinhood аккаунт, в нем на данный момент находится $928.87. И поскольку я инвестировал по $100 в течение 8 недель, можете подумать, почему тут 928. И я отвечу вам, что потому что я решил попробовать инвестировать $100 в Dogecoin. На данный момент я поднялся со $100 на плюс $12, то есть где-то на 112.66. И теперь я хочу показать вам, если вы вдруг заинтересовались в инвестициях, каким образом я слежу за своими инвестициями и каким образом я слежу за дивидендами с каждой инвестиции. Я хочу показать вам сайт, который называется trackyourdividends.com, на котором вы можете увидеть мое портфолио $813, потому что здесь не учитывается тот Dogecoin. И в своем портфолио я уже на $9 в плюсе. Также вы можете заметить, что здесь написано, какой процент дохода я получаю за год со всего своего портфолио. И мой годовой доход уже получается $24, хотя я начал инвестировать всего 8 недель назад. Также вы можете увидеть, например, компания Apple. Здесь мы можем видеть тикер-символ Apple, что означает, как вы можете найти этот стак в каком-нибудь стак-маркете. Цена за этот тикер $133.98. Я же покупал акции, когда они были $121.67. Я имею 0,4% от акции, 4,1% извините, от акции Apple. И акции выросли с момента, когда я купил их, уже на $5. Также Apple – компания, которая платит дивиденды. Как вы можете увидеть, дивиденды в год от Apple составляют 0,61% от каждой $100 купюры, что вы вложили в Apple. И на данный момент мой годовой доход от Apple составляет 0,34. Да, вы можете подумать, что это не очень много. Но поскольку я имею много таких компаний, то в сумме они дают мне уже $24 в год. Вот все мои компании: BTI, HRZN, IRM, GNG, Coca-Cola. Coca-Cola тоже довольно очень хороший выбор, потому что это очень компания очень старая, она очень давно существует на рынке. И это одна из компаний, которая поднимает свои дивиденды уже на протяжении больше 50 лет. И на данный момент их дивиденд составляет 3,1%. Поскольку я имею почти целую акцию от Coca-Cola, я получаю в год от Coca-Cola $1.59. Также на этом сайте очень удобно, что вы можете посмотреть, как разделено ваше портфолио, на какие сектора и какой сектор в большинстве разделен ваше портфолио. Мое портфолио по большей степени занимает ETF. ETF – это корзина компаний, то есть получается, вы покупаете один ETF, и один ETF может содержать в себе 500 компаний. То есть, например, если вы вложили $100 в один ETF, то это значит, что вы разделили эти $100 на все компании, которые находятся в нем. И получается, инвестируя в один ETF, вы инвестируете во все компании, входящие в него. Это очень удобная стратегия, если вы не хотите рисковать, покупая отдельные компании, а хотите покупать какой-то определенный пакет компаний, который почти всегда приносит прибыль. В среднем это где-то 12% в год поднимается ETF каждый год. Также мы можем увидеть очень полезную ссылку на этом сайте, которая называется Upcoming Dividends, что означает дивиденды, которые скоро прибудут к вам на счет. На данный момент в мае месяце мне должно прийти $2.4.
И это от 0,85 центов я получу от компании AT&T, 0,83 цента я получу от компании BTI, я получу 0,08 цента от компании Apple и 0,18 центов от компании Realty Income. Также еще две компании 0,3 доллара от HRZN и 0,16 от SPHD. Итого сумма, то что я получу, 2 доллара 4 цента. Также можно посмотреть, что самое высокое, что на данный момент я получаю в своем 800 долларов портфолио, это 2 доллара 75 центов, которые я получу в июле, в октябре, январе 22 года. Также мы можем посмотреть очень полезную ссылку. Эта ссылка показывает, как портфолио будет расти, если вы будете инвестировать свои дивиденды обратно в те же акции и не будете снимать эти деньги. Как мы можем увидеть, на данный момент мой годовой доход 24 доллара 29 центов. Однако, если я буду просто реинвестировать свои дивиденды обратно в те же стаки, что я уже купил, в те же акции, то мой годовой доход к 2045 году будет составлять 923 доллара 29 центов, при том, что я не буду ничего делать и просто буду сидеть и получать свои деньги. Также вы можете увидеть, что на данный момент мой годовой доход – это 3% от всей акции. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня в моем видео, как инвестировать в акции и как следить за своими акциями. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели мое видео. До новых встреч!